Романтичный вальс, зажигательный рок-н-ролл, энергичная танго и не только. На сцене Пангадинского дома культуры «Юбилейный» свои лучшие номера показали воспитанники «Вдохновение». Коллектив спортивно-бального танца объединяет порядка 90 детей, подростков и взрослых. Последние 18 лет хореографическое искусство им преподавала Альфия Бекметова. Под ее руководством коллектив получил звание образцового. Этот отчетный концерт стал особенным для педагога, участников и их родителей. Наставник объявила о завершении творческой деятельности в связи с выходом на пенсию. Я не знаю, как я буду без своих деток, без своего руководителя, без всех моих сотрудников, которых я просто люблю. Признание в любви к педагогу и танцу, добрые пожелания, видеооткрытки выпускников прошлых лет. Концерт прошел на сентиментальной ноте, но, как всегда, на высоте. «Вдохновение» продолжит свой творческий путь, на котором уже случались многочисленные победы на танцевальных фестивалях и конкурсах. И наверняка будут еще.